Сегодня мы идем к водопаду Морей, который находится в 5,5 километрах от деревни Налатания. Мы там сегодня поселились. Завтра собираемся идти на Пикадама. Дорога идет через чайные плантации. Все в чае. Красиво. Рядом озеро. Вид такой классный. А вот отсюда видно другой водопад, который находится выше в горах. Мы туда, скорее всего, не пойдем. Вот тоже высокий такой. В общем, наш путь пока еще идет только к морю. Посмотрим, что это такое. Вот наша дорога к водопаду ведет мимо чайной фабрики. Такая типичная 3-4-этажная фабрика, каких мы уже видели как минимум 10-полтора, находясь уже 10 дней в горах. Вот она так и называется. Морей стоит. Которая ведет к водопаду, перекрыта как частная территория плантации чая. Охранник сказал, иди через плантации. А тут дальше закрыто. Ну, вот тут снимаем, давай. Все, мы можем зайти, дойти только вот сюда вот, до колючей проволоки. И все, и дальше мы можем вот только вот так водопад увидеть. Обидно, хотелось подойти поближе. Ну, вот так.